Приехала, короче, вот такая огроменная коробка. Сейчас только что взвесил. Вес 12 килограмм. Доехала она примерно за неделю. До меня. Оп. Оп. Это, короче, супер-пупер мега набор инструментов. Набор инструментов и подарок к нему, с учетом всех скидок, получилось, что бесплатно вот такой вот дремель фирмы Overflow. Как он стоит, что-то 1500-2000. Инструкция, рекламка, базовый набор насадок, ключик. Тяжелый. 36 тысяч оборотов в минуту. Максимальный диаметр 35 миллиметров. Используемые насадки 130 ватт. Регулировка оборотов. Плавная. Такая хорошо сделанная кнопка внутри. Прикольно. Ну, вот сумочка мне больше нравится. Ремель, так. Это вторичная. Остался вот такой набор, это к нему насадки. Там должно быть очень много. Просто дофига. Такие пакеты используют для упаковки. Короче, обычные какие-то шкурки. 295 шкурок. Вот. Большие, маленькие. Всякие такие, такие, такие. Единственное, что я здесь не вижу циркулярных пил. Маленьких. Только зачастные штучки. Циркулярочек нету. Чтобы по пластику вырезать. Может быть, они где-то отдельно. Все запечатано на эти штучки. Такое насадки, циркулярки нет, это обидно, самая ненужная была бы вещь, пластик вырезать. Конечно, самая здоровенная коробка как раз на вот эти вот 10 килограмм из 12 занимает то, что я давно хотел. Огромный набор инструментов. Стоит он 5500 с бесплатной доставкой. Придется этот пакет порезать. Так он пригодился бы. Зачем-нибудь еще. Качественный. В принципе, это неплохая фирма. Конечно, у них тоже не идеальное все. По крайней мере, упаковка. Доставка. Все остальное. У них очень шикарно. Здесь опять рекламки.
ящик в этот раз хороший. Все заусенцы срезаны. В прошлый раз был ящик под отверткой не очень. Все запечатано на хомутике. Чтобы, не дай бог, не открылось. Синие метрические ключи, обычные, как в Европе, а красные дюймовые. Здесь все указано в дюймах. Все виды головок, метрических, дюймовых, ключи не все, но самые ходовые, от 10 до 17. Торксы, обычные квадраты, вообще офигенно. Так что советую, в принципе, за 5500 такой офигенный набор.